И вот за вот этой стенкой там Карлов мост. Сразу же просто. Все с похмельем, а мы с Русей хотим жрать. Два года. Я сильно не расстроюсь. Ну, да. Не так, как ты вчера. Да. Как ты сильно очень расстроился. Как-то да, вчера грустно было. Прям жалко тебя было. Да. Козлы, блядь. Да, мы будем, да. Как будто типа протяженные. Я здесь песни хрен горит, где он говорит, а, не беда. Как бы все. А вот беда это тоже есть. Разные дети, да, а вот как пизда, я не знаю. А подожди, блядь, это Шумах по-английски. Что делает Стас с похмелья? Он показывает себя в машине, кто здесь хозяин. Ломает. Говорит, смотри, как я могу. Ломает гость. Я хозяин. Я машина, а не ты. Уже 22 секунды. Гвоздь еще не сломан. Показывай. 22 секунды. Вот ты не машина. Вот там машина. Вот где ты, дед. Вот. Машина. Вот он тоже не машина, а вот он машина. Да, блядь, заземляемся. Давай, давай, поехали. Пятый день, блядь. Мы заселились в апартаменты. Максимально лютая хата. Просто, блядь, вот. 4 комнаты. Это типа апартаменты наши. Оба-на, блядь. Оба-на. Сральня, блядь. И кухня. И все 33 евро. 1 с чем-то километров от центра. Поэтому... И идем гулять. Там до города типа 3-4 километра. Пойдем шоркаться, смотреть всякую хуйню. В пятом районе живем. Покажи бицепс. Эротик. Поднялись на Пражский град. Идем в Сент-Витус. Дорога была не легка. И путь был извилист. И кто-то решил идти с утра в джинсах. Что ты вообще решил идти куда-то? Это уже ошибка. Надо было в номере остаться и все. Я нашел ветер. В майке. И в шортах. И с хорошим настроением. С Рождеством, Стас. Yeah. Давно хотел сюда попасть. Здесь хорошая. 96 метров, чтобы подняться сюда. Но я хотел сам кафедрал, но в него я тоже зайду. Время для брейкданса. Время для брейкданса. А второй бой, кто был с тобой, тогда второй бой. Отвечайте правильно. Давай
пьем пивко в 3 дня. Ну, я уже выпил, понятное дело. Идешь как богатырь? Как? Как богатырь. Да. Это выглядит, конечно, триумфально. Письку просишь. Я везде тут на пивко ебать, кривые в хлам. Сейчас будет что-то максимально интересное. Но сейчас будет кое-что очень интересное и смешное. Это ноль? Да. Точно? Да. Мне ноль нужен. Это ноль. Будешь и будешь его так вставлять? И будешь его вставлять? Второй пошел. Ну все. Я последний. Блять. Я только хотел отращивать. Блять, я хотел длинную отрастить, пиздатую бороду. Ладно, это мачете трип, мачете крю, блять. Будем бриться. Единственный рыжий мексиканец в мексиканском картеле. Охуенно! Чистый Иван Дорн, бля! Мои наступки не знают. Бля, одень мандалу. Ай, бля! Бля, истерика! Единственный, сука, рыжий мексиканец в компании. Que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje. Are you ready?